Я расскажу, как все это было. Посмотрите, пожалуйста. Нет, я человек с разбитым сердцем. Товарищи, кто хочет прокатиться на лошадке, прошу вас на манеж. Прошу, прошу. Давайте. Я! Это свой. Понимаете? Очередное цирковое надувательство. Ну, кто желает? Давайте, товарищи. Вот есть желающий. Вот, видите. Смельчак нашел. Давайте, молодой человек. Вы уходите. Приходите на манеж. Ну, кто? Вы не вернетесь? Вернется. Тут лошадка покатается. Идите, идите. Не садись. Давайте, давайте, молодой человек, быстрее. Да вы не бойтесь, мужчины. Они съедят себя там. Смелее, смелее, выходите на манеж. Yeah.
Насколько я понимаю, в данный момент Леня должен быть в университете. И, как все порядочные люди, сдавать вступительный экзамен по математике. Да, так волнуемся. Можете не волноваться. Никаких экзаменов он не сдает. Пожалуйста, полюбуйтесь. Леня! Да-да, Леня. Леня! Этого еще не хватало. И это мой сын. Лёлька, прекрати! Второй месяц смотрит все подряд. Второй месяц! А вы куда смотрите? Сидеть. Я позвонил в деканат и сообщил, что не сдавал экзамен по причине болезни. Надеюсь, папа организует справочку. Напрасно стараешься, старик. То есть? Я уже все решил. Послушай. Это у тебя возрастное. Понимаешь, я ведь тоже когда-то писал, извиняюсь за выражение, стишки. Ну, а у тебя хуже. Ты понимаешь, каждый человек в определенный период бесится. Кто выражает себя артистом, кто отправляется бить в китов. Но все это потом проходит. А у меня это не пройдет. Ну и глупо. Для тебя открывается широкая дорога. Через 5 лет диплом инженера в кармане. Перестань, пожалуйста. Ну какой из меня инженер? Буду занимать чье-то место? Все мы занимаем чье-то место. А я не хочу, понял, не хочу. Человек должен делать то, что он любит. Ха, нашел объект для любви. Цирк, ха-ха. Дорогая публика, вуаля. Кому это нужно? Сейчас век киберны и синхрофазотронов заниматься каким-то умирающим искусством. Черт знает, что такое. Вообще какие-то собачки, го-го-го, га-га-га, какие-то гимнасты. Не трогай! А для того, чтобы любить артисток цирка, вероятно, не нужно быть клоуном. А это тебя не касается, кобра. Что ты сказал? Я сказал, у тебя не сердце, а логарифм. Повтори. Я не пойду в университет. Я буду умирать вместе с умирающим искусством. Дети? Дети! Лёня, мы закончили семейный совет. Георгий, говори. Мы решили... Ну, говори. Да. В общем, или мы, или цирк. Мама, благослови. А помните, что скажут люди? Что ты умеешь? Я? Да. Валя! Перестань! Еще? Давай, давай! Он вам не нравится? Нет, ничего, я это люблю. Я сейчас, сейчас. Ничего, ничего, давай, давай. Кто это натворил? Я. Товарищ Тарян, я вас давно жду. Я вас слушаю. Разрешите осколочки. Что мы имели, гражданин режиссер? Мы имели натуральную, шлифованную, граненую, мраморную пресс-папье. Цена 7 рублей 00 копеек. Мы имели вещь. А теперь мы что имеем? Мы теперь имеем камень, колотый, нешлифованный, ценою 00 рублей 00 копеек. Имеем мы теперь вещь? Нет, не имеем мы вещь. Вижу, вот вижу. Так. Теперь вы сами видите, как важно вовремя застраховать свое имущество от всяких стихийных бедствий, как то пожары, наводнения, землетрясения. Посетителей. Да. Я как агент госстраха умоляю вас. Обратитесь по мрежу. Да-да. Хорошо. Куда? Помощник режиссера товарищу Хачану. Ах, Хачану, очень приятно. Я слушаю вас. Я вас в цирке на лошади катал. Помню, помню. Вот заявление, хочу к вам в цирк артистом. Артистом? А
какое у вас образование? Средний, 10 классов. Мало. Ну, хоть в паузах немножко посмеши. А кто вам сказал, что цирк – это только смех? Нет. Цирк – это философия. Я могу поступить на философский, а юридическое не требуется образования? Я вижу, ты парень с юмором. А что ты умеешь делать? Минутку. Алле! Все? Все. Мало. Маловато. Все равно я буду в цирке. Если не в вашем, так в другом обязательно буду. Вот что. У нас тут через месяц будет конкурс. Ты приходи. А пока работай, готовься, трудись самостоятельно. Через месяц? Ну да. Ты, между прочим, следи за газетами. Там объявление будет. Спасибо за совет. Давай, Манук. Ну? Манук. Манук. Ну, иди сюда. Ну, иди, Манук. Ну? Ну? Манук, уходи. Уходи, Лодин. Мучение с тобой. Эй, униформист. Ты. Снеси в мою комнату. Продолжайте без меня. Одну минуточку. У вас найдутся спички? Повторяем третью фигуру. Просто взять спички. Спасибо. Так, отпускай левую. Карпу. Повторим все сначала. Эй, друг, отнеси эту штангу в гардероб моей жены. Скажите, пожалуйста, как пройти в гардеробную дрессировщику? Чего-чего? Я говорю, в дрессировщику, как пройти? Прямо и налево. Извините. Пожалуйста. Ирочка, вы же видите, что я работаю? Мне некогда. Я готов. Чему? Помочь вам. А, ну что ж, выбирать не приходится.
Пойдемте. Это вам мешает? Мешает. Я сейчас уберу. Попробуйте. Мистика. Гурген, пожалуйста, уберите. Взяли? Встаньте туда. Сделайте так. Вот так? Отлично. Вы сказали, здесь стоять? Стойте, стойте, вы хорошо стояли. Не бойтесь. Хорошо. Все. Все. Расстегни рубашку. Ну в чем дело? Мало того, что посторонний человек проник за кулисы, так он еще падает в обморок. Помолчите, пожалуйста. Что случилось? В чем дело? Товарищ Тарян, как вам нравится? Посторонний человек прорвался за кулисы и развалился здесь. Артист. Какой артист? Он пришел к нам артистом наниматься. Обычный обморок. Кто? Нет. Необычный. Примите униформист. Рабочий манеж. Напоминаю, штаты заполнены. Ну ладно, ладно. Берем. Здравствуйте. Здравствуйте. Берем. Ирина. Леня. Нас действительно двое. Здравствуйте. И началась моя творческая жизнь. Правда, случались иногда и приятные минуты.
Лёня, значит так. Значит так. Искусство требует жертв. А как? Евгений, режиссер зовет на манеж. Только не могу стоять на голове сколько угодно. Порядочные люди этим не хвастаются. Ну как? А ты скоро будешь этим самым циркачом? Буду учиться, дедушка. Год, два, три, это не имеет значения. Смотри, Леня, на колени встанешь, рыдать будешь, как блудный сын. Не буду, дедушка, не буду. Не буду рыдать, как блудный сын. Евгений, вы почему здесь? Мы что, мечтать будем или работать? На конюшню.
Боится. Хотя она все боятся. Да. А вы что, цирком интересуетесь? Интересуюсь. Очень. О, нет. Нам, артистам, насчет вина, это все запрещено. Но марочка? Нет, пожалуйста. Нельзя. Вот водочки я еще выпью с удовольствием. А как насчет... Сыночка? Да. Можно? Можно, поскольку он талантлив. У меня, знаете ли, глаз. Вот так посмотрю на человека. Клоун. Или вот так посмотрю. Не клоун. А он... Артист. У него глаза. Артист и нос. Артист или голова. Со всех сторон артист. Дорогу молодым талантам. А как же? Видите ли, нас... Вижу. Вижу. Со мной можно откровенно. Хачан все может. Через месяц. Во всех афишах крупными буквами. Янгибаря. Через два. Во всех газетах крупным шрифтом. Янгибаря. Максимум через три месяца. За границей драка в очередях за билетами. Сенсация. Янгибаря. Он в Париже был? Нет. Будет. А в Лондоне? Нет. Будет. А в Могилеве он был? Да нет. Будет. Видите ли, товарищ Хачья? Что? Вы нас не так поняли. Мы не хотим, чтобы он поясничал на арене. Да, да. Мы не хотим, чтобы он был клоуном. Соседи уже смеют. Вот в чем дело. Пока Хачан жив, Янгибарян на манеж не выйдет. Да-да, войдите. Добрый день. Добрый день. Нет, это не надо. У меня через 5 минут репетиция. Я хочу, чтобы страховал меня ты. Я? Да, ты. Понимаешь? Когда рядом стоишь ты, у меня уверенность, что все будет хорошо. А вот это напрасно. Хорошо, я сниму. Да нет. Просто у меня здесь вид очень глупый. Не очень. Ну, если не очень, пусть висит. Я не пьющий. Жаль. Я вас слушаю. Завтра на детском утреннике выйдешь на манеж. Я? Ты? Так значит, нет Нарзана? Нет. Одним словом, коверным выйдешь. Ну, будешь делать свои штучки-дрючки. Но не мне тебя учить. А Тарян? Тарян.
Что он понимает в талантах? Уехал Тарян. Ты меня слушай. Выйдет? Ну почему не выйдет? Техника у тебя имеется? Имеется. Ну, остальное на детском утреннике сойдет. Главное, не забудь рожу посмешнее размалевать. Да, но... Что но? Что но? Говори спасибо Хачану. Такой случай бывает раз в жизни. Хватай жар-птицу за хвост. Смелее. Ну. Нет. Боишься? Я? Боишься? Высоты боишься? Всего боишься? Тигров тоже боишься? Она считает тебя человеком. Смелым человеком. Все сойдет. Тебя же примут на ура. Главное, вид начать. Ну. Ты же талант, пойми. Талантище. Штат зачислим, афишу сделаем. Рядом с ней висеть будешь. Ну? О? О? Слушай, Хачана, со мной не пропадешь. Это правда? Правда, правда, все правда. Леня, не дури. Попрошу посторонних не мешать. Попрошу посторонних очистить помещение. Здесь посторонних нет. Тише, граждане! Артист рождается. Стоп! Я хочу его видеть. Невозможно. Артист перед выходом на манеж сосредотачивается, понимаете, сосредотачивается. Вы за это ответите? Отвечу. Согласно приказу под номером 5/13, теперь обязанности главного режиссера цирка временно возложены на меня, Хачана. Скажите ему, если он выйдет на манеж, я его уважать не буду. Что вы говорите? Какой ужас! Он же этого не переживет. Ну как? Согласно намеченному плану, будете сидеть в третьем ряду. Это контрамарочка. А цветочки это зачем? Так, если у вас не выйдет, то... У меня все выйдет. Свистеть умеете? Что? Свистеть, свистеть. Нет. Придется поучиться. Держите. Через полчаса это вам очень пригодится. Пардон? Я всегда говорил, что Ирина самый умный человек в нашем коллективе. Пришла. Вот. От нее. А где она? Говорит, не хочу волновать, пусть сосредоточится. Не верится и не верится то, что ты с меня не сходишь глаз. Не верится то, что ты с меня не сможешь.
Я же говорил, на дневной спектакль не стоит ходить. Выпускайте Геворкян. Следующим номером нашей программы заслуженная артистка Армянской Республики Шогик Геворкян. Я думаю, что сегодня он сам к нам придет. Ты уверен? Абсолютно. Можно на минуточку? Мы можем уйти. Конечно. Нам теперь делать здесь нечего. Не мешай, тетушка, подожди. Не оправдал. Слушай, добрый совет. Цирк не для тебя. Но вы же сами говорили. А говорил, мало ли что я говорил. Цирку нужны победители, а не горемыки. Уходить. Бежать. И чем раньше, тем лучше. Thank you.
не вышло. Почему? Не спрашивайте. Мне нечего вам сказать. Еще не знаю, что говорить. Учись. У кого? Жизнь человека. Как стучат сердца людей. Ты еще не понял, о чем они стучат. Ты слышишь? Нет. Жаль. Когда ты услышишь, о чем тоскует и чему радуется сердце человека, ты станешь тем, кем хочешь. Ты сумеешь лечить и радовать смехом. Слушай, слушай. Бедного хача. Но если у человека нет таланта, я ж не могу ему свой талант отдать. Неправда. Есть у него талант. В цирке нет клоуна. А он мог быть. Теперь его не будет. Кто виноват? Кто? Вы! Вы! Между прочим, чтобы знали, все время строит глазки. Глазки. Любовь, видите ли. Янгибарян из-за нее на манеж полез. Не подготовился, не репетировал. Дрожал от страха. А лес? И не стыдно вам. Вот что, Хачан. Я на Леню рассчитывал. Так вот, пойдите, найдите и приведите. Я? Вы без Янгибаряна не возвращайтесь. Ясно? Пожалуйста. Хачан все может. Давайте. Что давайте? Вашу Алёню, где он? А вот об этом мы у вас должны спросить. Куда вы дели нашего мальчика? Комбинатор. Что, не пришел? Это вы во всем виноваты. Вы. Успокойся, успокойся. Уберите этого человека. Я не могу его видеть. Маро. Я вам не Маро. Между нами все кончено.
Послушайте, дорогая, между нами ничего и не было. Все равно. Хорошо. Я страдаю, но молчу. Веди меня, веди, пусть дорога вдаль. Бьется птицею в груди радость и печаль. Травы добрые в пути, солнце в жене. Вы любовь мою найти, помогите мне. Сердце в дальний путь, песню взять не позабудь. Радостью полна, пусть звенит она весна. Пришла весна в родные края, а с ней пришла любовь моя. Весна, пришла весна в родные края, а с ней пришла любовь моя. Сколько у меня сейчас людей вокруг, сколько умных, добрых глаз, сколько верных рук. Встречный на моем пути солнце в вышине. Вы любовь мою найти, помогите мне. Сердце в дальний путь, песню взять не позабудь. Радостью полна, пусть звенит она весна. Пришла весна в родные края, а с ней пришла любовь моя. Весна, пришла весна в родные края, а с ней пришла любовь моя. Песню взять не позабудь. Радостью полна, пусть звенит она весна. Товарищ Тарян. Хачьян, что скажете? Товарищ Тарян, я объездил все. Я болел гриппом по Паране, с Вилькой в Дилижане. На территории Армении его нет. Вы его упустили? Вы его и найдите.
парень. Простудишься. Не спи. Я не сплю. Хотя такое может быть только во сне. Ночные репетиции. Послушайте, друг мой. Вы посмотрите на себя. Воду выжимать можно. Но вы же сами говорили. Труд до 7-го пота. Да, но не до 37-го. Перегоришь? Нет. Вот что, сейчас марш спать. А недельки через две я вернусь из Москвы. Тогда мы с тобой займемся. Чем? Философией. Я вас долго не задержу. Прошу. Два мороженых. Сюда. Спасибо. В общем так, то, что вас Леня любит, это факт, не требующий доказательств. И нам с вами, конечно, следует заключить союз. Надо спасти его от наивных заблуждений. Я думаю, что вы понимаете, он должен оставить цирк. Интересно. А вы не думаете, что Леня любит свою работу? Не называйте это работой. Кому она нужна? Ведь это же не серьезно. Знаете, Леня как-нибудь сам разберется, что серьезно. Это смешно. Как вы не понимаете? Наш век живет только наукой. А людям нужна не только наука. Ты? Я. Здравствуй. Здравствуй. Да. Что с тобой?
Береста. Спасибо. Ты знаешь, мне просто стало легче. Спасибо. Мне тоже стало легче. А тебе чего? Если мне удалось рассмешить тебя, опа, то теперь мне ни один зритель не страшен. Оп!
талант. Кто открыл? А чё он открыл? Лёня, Лёня, ложись тут, на манер! Ой, какой успех! Вот и все. До свидания.